В эфире новый выпуск ТВ-проекта «Зірки в студію». У нас в гостях юный скрипаль Одессы Михайло Хоптянов. Вітаю тебе! Привет! А расскажи про себя, сколько тебе років и где ты навчаешься? Мне уже 8 лет. Я учусь в музыкальном лицее имени профессора Петра Соломоновича Столярского в классе старшего преподавателя Ларисы Дмитриевны Калякиной. А когда ты начал заниматься музыкой? Ну, музыка звучала в нашем доме с самого моего рождения, потому что мой папа скрипач, а мама когда-то занималась балетом. Мои бабушка и дедушка – известные артисты театра, оперы и балета. Да, тут же никуда не подинешься. Да, поэтому пришлось заниматься музыкой с скрипкой с 5 лет. А какие в тебе успехи? Я лауреат международных конкурсов «Мюзикалим», «Зиронька», «Made in Ukraine», а также в этом году я впервые выступил на сцене Одесской областной филармонии в сопровождении камерного оркестра под руководством Владимира Юрьевича Дикова. До речі, у нас в архивах є твій виступ на 26-му міжнародному телеконкурсі «Зіронька». Увага на екран! Да, ти підріс за цей час. А де проходив конкурс, ти пам'ятаєш? Да, я помню, конкурс должен был проходить в филармонии. Но из-за карантина мы играли в Пале-Рояле рядом с театром оперы и балета. Моя бабушка пришла из театра меня послушать. Я сподіваюся, що у цьому році він, напевно, відбудеться у філармонії. Та я запрошую тебе та усіх талановитих дітей Одеси 8 серпня взяти участь. Скажи, Миша, а сколько часу на день тебе потрібно, чтобы займатися? Ну, по-разному, ну в среднем 1.5-2 часа в день. Ну а с друзьями ты встигаешь пограти? Да, я играю с друзьями в шахматы, люблю собирать лего. И очень мне нравится читать книги о природе животных, особенно мне нравятся динозавры. А кто створил в тебе дома живе? Сподіваюсь, що не динозавры. Нет, динозавры все давно вымерли. У меня есть маленькая собачка Тиша и попугайчик. Я их дрессирую. Они оба очень способны. Особо Ричи. Он уже говорит целыми фразами, а собака еще нет. Цікаво, а что он, например, говорит? Он говорит: ух ты какой, я не такой, кто я? Еще говорит: кто пришел, поговорим. И исполняет очень много звуков. Фантастика! Раджу тобі на фестиваль «Зіронька» підготувати цирковий номер з твоїми улюбленцями. Це буде просто бомба! Подумаю! Подумай, а зараз повернемося до скрипки. Об'яви свій номер, будь ласка. Я ісполню п'єсу Шуберта «Пчела». Отже, грає Михайло Хоптянов. Миша, від того програми «Зіронька» я нагороджую тебе дипломом та медаллю. Хай щастить! У нас в гостях був Михайло Хоптянов, учень музичного ліцею імені Столярського. До побачення!